Друзья, всем привет! Сегодня у нас машина Golf 7 2014 года. Ну вот 9 лет машине, и я решил перешить руль. Вот у нас такое заказано в Китае. Ссылок не будет, потому что не помню, где заказывал. Он немножко отличается от того, что мы имеем сейчас. И давайте перешьем вместе и посмотрим на результат. Я вот даже его снимать не буду. Почему перешиваем? Потому что вот есть вот такие вот нюансики. Вот сверху здесь просто, может, когда-то влажные руки были, вот оно тут вот так попортилось. В принципе, здесь низ, и вот эта часть, она совсем даже не в плохом, в довольно хорошем состоянии. Давайте начнем перешивать и посмотрим, как получится. Посмотрите, насколько тут все порвалось. И вот в таком состоянии находится. Пипец. Просто пипец. Получится или нет, интересно, спасибо. Так, ребята, мы почти у финиша, осталась только вот эта часть, и то я ее распорол и по новой, потому что хочу, чтобы красиво получилось. Здесь совсем неплохо получилось. Есть нюансы, да, тут немножко замято, потому что нужно было сместить, в принципе, весь руль чуть-чуть туда. Ну, опять же, хотя если бы мы сместили, то здесь еще больше бы появилась какая-то ерунда, ну, пустота. Поэтому как бы вот в этом месте мне не нравится. И то опять сейчас еще попробую подзасовывать, если что-то получится. Но, в общем, прям результат супер получился. Вот сами можете просто взять и перешить. Сейчас еще немножко осталось, я уже дошью. И тогда поделюсь результатом. Ну, как для себя, вот сам, в принципе, результат очень хороший. Если куда-то сдавать, я думаю, что прям было бы намного лучше, намного идеальнее. Вот это место пока что бросается в глаза, не знаю, попробуем сейчас что-то сделать. Так, работу по обшивке руля закончил, и, в принципе, если вот так вот сам просто попробовать перешить, вполне годный вариант, очень рабочий, копейки стоит заказать саму эту кожу на AliExpress, очень легко иголкой перешить. Так что есть какие-то нюансы, уже второй раз, если бы перешивал, получилось бы намного лучше. Ну и для первого раза тоже прям супер офигенно. Вот руль был весь протертый, давайте посмотрим результат. Супер четко, прям все новое, такое, как будто прям новый руль. Вот, как я и говорил, вот это место мне прям, ну, супер, не очень нравится. Ну, может, она еще оттянется тут за какое-то время. Если надо будет, я поделюсь результатом. Посмотрите, какая строчка. Не заводская, конечно, но эту сторону я перешивал. Сначала пошел вот отсюда, с этой стороны сюда. Но все-таки лучше идти от этого места отсюда и пошли, потому что здесь прям ровные строчки, и за них хорошо цепляться. Вот потом она получилась, вот более ровнее, прям видно. А здесь, да, в принципе, надо начинать от самого начала и пошел по кругу. Хотя там вроде на рисунке было написано, что делим на, грубо говоря, там на три части и как-то прошиваем. Ну, тоже для меня это не очень понятно. Но это для меня не очень понятно, потому что, в принципе, хочется, чтобы за один раз от начала и прям до конца и закончить, и зашить все это, завязать. Вот так вот получилось тут.
Так, а если чисто разговаривать про наклейки, эти двухсторонний скотч, то, в принципе, я здесь вот это все место проклеил кусочками, такими по сантиметров 4-5. Чин-чин-чин, на одну сторону и на вторую вот так вот. По внутреннюю сторону и по эту наружную. Здесь я поклеил одна, вторая, третья, 4. Раз, два, три, 4. Вот так. Здесь по вот эту сторону, наружную, да, я ничего не клеил. Я имею в виду про двухсторонний скотч. Я надеюсь, что это видео тебе понравилось и будет очень полезно, если вот ты столкнешься с такой проблемой, стоит ли перешивать руль. Еще раз повторюсь, ничего сложного, довольно легкий процесс. Полдня с лихвой хватает для того, чтобы отремонтировать, перешить самому руль. В принципе, где-то вся работа может занять на 3, ну, 4 часа. Так что я говорю, так уже полдня, это вот так вот на 100%, чтобы эту работу сделать. Может ли сделать каждый? Я думаю, что легко сможет сделать каждый. Только нужно выставить саму кожу очень ровно. Советую ориентироваться по вот этой нижней части. Там есть вырезка. Это мы сегодня говорим про Golf 7, который идет там с 13-14 года. И в общем результатом я очень сильно доволен. По сравнению с тем, что было, вот порванный руль, который уже просто задолбал и весь такой затертый. А одевать какой-то чехол мне на самом деле и не хотелось. Так что с вами был Руслан. Если понравилось это видео, обязательно поддержи меня большим, огромным, жирным лайком. Внизу есть кнопочка подписаться, если тебе интересно на такую тематику видео. А в общем этот канал, он такой как отчетник. Просто для себя. Мы какие-то едем куда-то отдыхать в отпуск, снимаем немножко про машину и иногда что-то от себя про свою работу. Все, заканчиваем это видео. С вами был Руслан. Забыл пожелать много счастья, здоровья, что самое важное. И увидимся в следующий раз. До новых встреч. Пока.